Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фусик, Скромник, Серега, Енотка, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ролики с сиреноголовым очень много набирают просмотров, сотни тысяч просмотров. Сегодня у нас будет сиреноголовый в зимнем лесу, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега у нас сиреноголовый. А ну попробуй, ударь меня, работает у нас убийство. Отлично. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, Серега, ты можешь нас мочить. Но мы Серегу мочить не можем, мы должны просто повыживать. Ну и немножко даже его можно и потроллить. Так, он хочет меня убить. Серега, ты на льду скользишь? Нет. А я скольжу, и это нечестно. Я потому что большой и толстый. Большой и толстый дрыщ. Это возможно? У меня хвост широкая. Понял. Ты, кстати, в тумане классно уходишь так. Как это, в фильмах ужасов. На самой фотографии сиреноголовым. Да. Надо превьюшку с этого вот места взять. Ой, ребята, я за вами выхожу на охоту. Покажи, на что ты способен. Ты же настоящий? Вот, или уже поддельный? Уже енотку убил. Кто красиво. Вот, скромник минус. Молодец. Смотри, как я могу. Я иду за вами. Ты меня не убьешь так, потому что я очень быстро дамажу. Ой, дамажусь. Не, ну классно, когда он в лесу и такой вот высокий. Ты, кстати, по цвету сочетаешься с этой картой. Я из Крайзиса. Маскировка включена. Успешно. Давайте будем шкериться от него. Все, стои, давайте тут подождем. Вон он на горе ходит где-то. А где он? А, он на горе? Я нет. Я слышу звуки. Вот он, на льду, я застрял! Да не ссы. Не догонишь меня. Тролль его. А мы отсюда убежим? Убежим. Я же профик. Скромник. Смотри. Смотри. И... Хопа! Хопа-па! Хопа! Спидранер! Ты понял, Серега, насколько... Спидранер. Апсиранер? Псевдоранер. Да блин, кто там меня в воздухе прям толкнул, так бывает? Так, давайте да. Тут пошкеримся. Я тебя случайно в воздухе толкнул. Вы его видите? Да, он... Тут ходит за каким-то чубриком. Чубрик, выживай. Я его вижу там среди деревьев, где-то он минус ходит. Минус бульбозавр. Бульбозавр, ты, я думал, лучше играешь, чем я. О, вылез наконец-то. Так, давайте попалим. Где же Сережка ходит? О! Вот вообще отличная нычка. А, ну сюда нельзя зайти. Да. О, Димас, привет. Слышь, там кто-то кишки выпускает. Я вот тут постою. Он меня тут точно не достанет. Вот он, пацаны. Он прошел мимо нас. А ты сюда не зайдешь, Сережка? Куда? Зайдет. Нет, он меня не убьет на этой штуке. Потому что она не подпускает. Тут текстура странно сделана. И я этим пользуюсь. Эй, так нечестно. Кусок скелета. Так. У нас есть мегапосрач, можно ему лупануть. Так, Серега, ты какие-то звуки классные издаешь. А это вот, сиреноголовый предупреждает вас это бежать от него. А то да. Жаждет крови он. Где он? Вот он. Так, вот он. А это нечестно. Да, Серега, я ж не знаю, что я тебя так быстро убью. За это можно и побить тебя, Димас. Нет, это невозможно мне за это бить. Я случайно, я не хотел тебя так быстро убивать. Я хотел тебя ранить в ногу, чтобы у тебя кровь шла всю серию. А, понятно, все с тобой. За это тебя надо побить вдвойне сильнее, Димас. Где он? Сейчас побью тебя, Димас. А я буду, знаешь, что я тебе сделаю засаду. Я буду в елочке сидеть. Да, на 12% тебе буду делать засаду. Я его вижу, вон он идет. Скелет, ты меня палишь сильно. Блин, скромник, ну что ты за человек? И обстоятельства. Блин, прыгай. Не, Серега, меня так не поймать. Ты сюда зайти просто не сможешь. Кто это меня? А нет, ты сможешь сюда зайти. Беги, Бенди. Хана тебе, Димас. Нет, ты тут не пройдешь. Ты не пройдешь.
Одним ударом двоих, это нечестно. Кстати, ты меня первый раз убил, обрати внимание. Ну а вот. Кто еще остался? Ты. И все? Так, подождите, а где такая штучка? Опять кто-то по мне стреляет. Да это кто-то. Тебя замораживает, Серега? Нет. Мне пофиг, я сиреноголовый. Да как так-то? Да блин, это не то. А где же это оружие? Сейчас я его найду. Ребят, ваш гвоздемет, пригвождатель против меня бесполезен. А не работает оружие вообще, да, никак? Оружие-то можно брать? О, мега-подсрачник. Давай, иди сюда, дай мне подсрачник. А ну давай. Да ну так нечестно. Ты же обещал, что ты не будешь меня убивать. А, ты не обещал. Нет. Ах ты. Димас, кто меня побил? Эти же, те, кто выжившие. Фильм ужасов просто какой-то. Они сидел не слушал, чем. Так. Скромник убил, так бывает, скромник всех убивает. Так. А, ну он же скромник. Так. Убил? Нет, я живой еще. Все, он меня не найдет. Кабаку вам. Все, он меня не найдет. Ой-ой-ой. Это была жесть. Меня снеговик защищает. Снеговик, защищай его. Я вам, пацаны, помогу. Серега, иди им помогай там. В каком плане помогать? Да ладно, уже не надо, я им сам помог. Поубивал всех. О! Минус енотка. Я, Серег, ты горит. Идите сюда, снеговик всех защитит. Так, Димас, ты где? Я опять застрял. Пользуйся этим. Говорю я сам себе. Вообще застрял в сексуре. Я попадаю по тебе вообще, алло? Да, точно. Блин, это вонючее дерево, как забор. Серега, как тебя убить? Никак, я живой. А у тебя где-то 7000 хп, я же помню. Так, меня кто-то удалил. Да, так не бывает. Удалил. Кто-то Z может, нажал. Убил? Может, убил? Не-не-не. Не, ну это вообще говно. Это я убил себя. Вау, посмотри. А, не отлично. А можно оружие это брать? Ого, оно по льду скользит. Вы разозлили кролика, Димас. Так, кролик мне ничего не сделает. Клик уже умер. Ой. Ой. О, летучая Бэтмена. Летучий Бэтмен, иди сюда. Серега, ты что, убегаешь от меня, что ли? А ты где? Вот я. Я не хотел тебя убивать, я хотел Серегу убивать. Это френдли фуер. Не ссы, я так 100 раз сделал. Серега, я тебя дамажу. Мне пофиг. Это какая-то битва у нас, но мне она нравится. Слышишь, ты еще и убила меня. Так, если тут взрывы, значит где-то и Серега тут. Но я его не наблюдаю. Ты где? Я прячусь. А за кого ты играешь? Привет, Димас. Потерялся. Ты бомбы даже не активируешь. Во, пошла жара. Да мне пофиг, ребят, мне пофиг на бомбы. Димас, зачем ты меня убил? У меня теперь две ноги хромают. Ха-ха-ха, не ссы. Димас, отлично, ты своих взрываешь, но меня ты не убьешь. А где ты? Окей, ладно, на этот раз ты меня убил. Не, ну сейчас ты нас выигрывал жестко. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!
Пока.